Правительство России с большой вероятностью повысит пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. При этом окончательно концепция реформы будет утверждена уже на следующей неделе, 14 июня. Предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию сохранятся. Уголовное дело бывшего главы Тукаевского района Тагира Харматуллина прекращено в связи с раскаянием подозреваемого. Также следствие учло его положительные характеристики, возраст, состояние здоровья и добровольное возмещение ущерба на 32 миллиона рублей. Как сообщает издание «Реальное время», 5 из 9 гектаров незаконно отчужденных земель были возвращены в муниципальную собственность. Стоимость остальных участков Харматуллин возместил деньгами. На дорогах Татарстана дополнительно установят 100 видеокамер. Сейчас фото и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения ведут более 1000 приборов. Нововведение появится и на 3 трассах федерального значения. Здесь установят специальные системы непрерывного контроля за движением, в том числе и на автомобильной дороге Москва-Уфа. В набережных Челнах в субботу и воскресенье временно перекроют дороги. С 10:30 и до 15:30 движение будет ограничено на улицах Металлургической и Моторной. 9 и 10 июня здесь будет проводиться первенство Татарстана по велоспорту на шоссе, посвященное открытию летнего спортивного сезона.